А на десерт сегодня торт «Бельгийский шоколад» от компании «Мирель». Так, наконец-то он появился. О, начну-ка я с логотипа. Логотип. Мне уже нравится. Это что за хрень такая? Пленочка. И как ее убирать? Вот это да. Не, серьезно, как она убирается? А вот она. Вот она здесь вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот такая вот у нас красота. Ну-ка попробуем эти знаменитые шарики. Шарики просто бомба. Порежем. Как думаете, за сколько я его съем? Что-то он таким вкусным кажется. Чтобы в разрезе было видно потом. Ну что, приступим к поеданию. Шарики бомбезные. Пирожная картошка. Вот такие же. Это просто бомба. И реально шоколад темный. Коржи пропитанные. Супер. Пока что это топовый торт, который я ел. Такой в разрезе, ну половину я точно осилю. А сверху крем такой шоколадный. Вот эти шарики, они вообще в тему просто. Торт стоит где-то, стоил 670 рублей, взял его по скидке в Ленте. Там я приметил еще один торт, тоже от компании «Мирель». Угадайте, как он называется. Я подскажу немного. Вначале я брал торт «Прага», сейчас «Бельгийский шоколад». Ну а третий торт тоже близко, рядом, от «Мирель». Обязательно в крем. Тут без этих шариков было бы намного хуже.
но он довольно сытный. Вот он, такая вот красота. Не, сразу за раз я его точно не осилю, но я думаю, вот эту часть я точно съем. Крем шоколадный, шарик. Супер. Я наелся. Нет, этот торт вкуснее, чем Прага. Еще парочку, пару вилок можно, да, съесть, пока кофе есть. Ну а все.
эту часть я оставлю на завтра. Объелся, десерт был просто на высоте.